Марайя сейчас наберет 3 очка для казанской стрелы. Все-таки казанцы бьют по воротам, так же, как и Пенза. Позиция более чем пробивная. Есть первые очки в этом матче. Так что все правильно. Да, была, получается, игра вперед у Гафарова. Мяч доступен для игры. Ван Руи на Янюшкина. Янюшкин дальше. Илья Бабаев. Есть первая попытка в этом матче. Блестящий розыгрыш в исполнении пензенского Локомотива. И железнодорожники открывают счет попыткам в этом матче. Отличается 9% набрать еще 2 очка. И Янюшкин этот шанс превращает в жизнь. Попадает Сергей Янюшкин. 13-6. Блестящий удар от Марайса. Еще плюс 3 для казанской стрелы. Хорош Сергей Янюшкин. Плюс 3 в копилку железнодорожников. 16-9. Попадает Марайс. В коридор. Уверенная ловля. Селенко мяч забирает. Попытка сформировать мол. Хорошее движение от Пензы. Близка зачетка. И это попытка. Локомотив набирает 21 очко. Тромпу, Марайсу, Людику. Бьет Янюшкин. Блестящий выстрел в исполнении капитана пензенской команды. 23. А формируют они мол. Двигается вперед эта конструкция. Гриценко влетает за четку. И есть первая и последняя попытка в этом матче казанской стрелы. 17-23. Смотрим за действиями южноафриканца. Сегодня не так гладко он сыграл именно в свободной игре. Сейчас бьет эту реализацию. Марайс попадает. 19-23. Именно с таким счетом заканчивается поединок.